Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас вторая часть, мы достраиваем с вами этот домик. Вот такой вот, в принципе, как и осталось вчера. Я делала. Открываем нашу инструкцию. Вчера вот мы как раз с вами достраивали по этой части, достроили, и теперь у нас кухонный гарнитур. Вот он. Вот, и давайте приступим. Нам нужны... Сейчас чуть повыше еще. Вот так вот. Вот так вот. Да, отлично. Нам нужны вот эти вот. Вот они есть у нас. Заодно сейчас я покажу, как он вставляется. Вот. Ой, задом наперед вставила. В одну, короче, мы вставляем дырочку. Вот она там есть. И потом задвигаем вторую. Вот. Оп. И они даже вот двигаются. Открываются и закрываются. И так с остальными. Внутри он как выглядит. Там даже ощущение, как будто полки задвигать можно. Thank you.
Так, ну вот, в принципе, на сегодня это все. Мы с вами собрали почти что уже второй этаж, потому что получается видео слишком длинное. Вот. Смотрите, тут телевизор какой. Лампа, какой интерьер классный. Все так четко, все так аккуратно, все прям. Даже вот тут вот диванчик, в принципе, могли оставить вот эти бугорки и все. Тут, допустим, тоже оставить. Но нет, даже телевизор, лампа. Хотя мне казалось, что она смотрится такая гигантская, занимает пол комнаты. Но нет, все качественно, все так хорошо. Давайте посмотрим. Здесь вот тоже. Ой. Тут она открывается. Пока что еще плохо, потому что тут сверху тоже надо, чтобы придавило. Все-таки это конструктор. Так, фокусирует. Фокусирует. Тоже посмотрите, как все качественно, и даже открываются вот эти маленькие дверцы шкафа. Вообще супер. Даже вот такими вот маленькими, в принципе, могли тут вообще оставить. Я думаю, что тут останется, не будет гладко, все-таки куда-то садиться же он должен. Вот. Даже там стол, стулья. А, кранчик маленький, вот плита вот там. Все очень, все качественно, все продумано. Вот единственное, надо быть внимательным, потому что я сначала построила неправильно, у меня не вмещалась вот эта вот штука, я ее переделывала все полностью. Потом тут не показано, что здесь стеклянная, ну, то есть прозрачная. Просто там белый и все. Я уже смотрела, увидела, что здесь прозрачная. Здесь же у нас окно, а не стена. Вот. Вот эти вот тоже штучки. Прилетело, что ли? Нет. Ну, все в принципе держится хорошо, но немножко хлипкое. В принципе, так и должно быть, это ничего страшного. Вот, если отодрать, то, конечно, сложно отодрать, вот, например, вот из таких. Вот, все немножечко мне косит, вот видите. Вот оно подкашивает. Вот так, да, виднее. Потому что должно еще сдвинуться все. Сверху еще чем-нибудь придавить. Вот так вот мы с вами сегодня собрали. Очень мне нравится собирать конструктор. Единственное, периодически происходит страх, что не найду какой-нибудь детали, и будет некрасиво или не получится собрать. Но стараюсь об этом не думать, а собирать дальше. Всем спасибо за просмотр. Это была вторая часть, как мы собираем конструктор. Следующая часть выйдет уже завтра, продолжение. Не знаю, на сколько частей это все продлится, но очень интересно. Вот. Также смотрите мои другие ролики, кулинарии, влоги. Влоги смотрите обязательно, там очень много интересного. Вот. Всем спасибо за просмотр, с вами был канал ArtMoney, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Комментарии обязательно пишите, удобно ли вам смотреть. Так вот. Вот. И всем пока-пока.